Участников социальной программы «Вместе» в Химках становится все больше. Автошкола на Юбилейном проспекте стала 114-й в списке, но первой автошколой. Это значит, что теперь льготные категории граждан смогут учиться вождению со скидкой. Учебное заведение посетила представитель администрации Химок Светлана Маленко. Так к этому все шло и со стороны жителей, да, то есть такой запрос. И само руководство вышло с инициативой, оно слышало, что реализуется такая программа, и спросило, а почему у нас нет? И мы, естественно, тоже задались вопросом, почему нет. Бонусы от участия предусмотрены и для предпринимателей. Директору автошколы вручили сертификат, по которому компания получит налоговые льготы. А в качестве подтверждения участия в программе на входную дверь прикрепили плакат с фирменными логотипами и информацией о проекте. Для жителей Химок это может быть очень актуально, потому что скидки они как бы всегда нужны и важны. Мы чувствуем за собой ответственность и хотим тоже влиться вот в общественную жизнь нашего города. Скидки в организациях, включенных в социальную программу «Вместе», предоставляются пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны. Всего на лояльные цены могут рассчитывать 23 льготные категории граждан. Ознакомиться с полным списком можно по телефону 8 495 255 3906 или на сайте администрации Химок.